Большинство россиян провели праздничные дни дома или же в небольших путешествиях, чаще всего в пределах своего региона. Впрочем, были и те, кто не мог себе позволить длительных каникул и вышел на работу уже в первые дни Нового года. Ведь у многих график не зависит от праздничных дней. Часто это работники каких-то жизнеобеспечивающих структур, предприятий и служб. Юные жители Тверского региона поблагодарили специалистов, которые, несмотря на новогодние каникулы, выполняли свой профессиональный долг. Подробности рассказывает Елена Кандидатова. Во время праздничных выходных Тверская область присоединилась к всероссийской акции «Российский детский Дед Мороз». Так, в течение новогодних и рождественских каникул активисты движения «Первых» отправились в гости к тем, кто трудился в новогоднюю ночь. Ребята со всего региона поздравили работников различных предприятий, которые не отходили от своего трудового поста даже в новогоднюю ночь. Школьники и студенты примерили на себя роли Снегурочки и Деда Мороза, а пожарные, медики, спасатели, военнослужащие, работники коммунальных служб и представители других профессий ощутили себя маленькими детьми, которым пришло новогоднее чудо. Активисты пели, танцевали и развлекали. В общем, делали все для того, чтобы подарить праздник тем, кто помог каждому провести самую волшебную ночь в году в кругу своей семьи комфортно и безопасно. Помимо этого, ребята вручили специалистам подарки, сделанные своими руками. Дело в том, что я неоднократно замечала, что взрослые люди в своей повседневной суете совершенно забывают о предстоящих праздниках, даже о таком, как Новый год. Мне очень захотелось помочь создать это новогоднее настроение. Поздравления состоялись не только в Твери, но и в муниципалитетах региона. Ребята из Бежецка посетили сотрудников скорой медицинской помощи, полиции и АЗС. А юные активисты Жарковского округа поздравили пожарных, дежуривших в ночь на 1 января. В областную столицу волшебных героев принимали сотрудники Верхневолжского АТП, Тверского вагоностроительного завода и других предприятий. Хочу, во-первых, сказать большое спасибо ребятам. Очень замечательно все это прошло у нас мероприятие. Хочу пожелать самое главное здоровья, хороших оценок, чтобы они всегда добивались того, чего себе поставили, какие цели. Ну и самое главное, чтобы их мечты сбывались, чтобы также писали письмо Деду Морозу. Акция «Российский детский Дед Мороз» ориентирована на популяризацию социально значимых профессий и специальностей, представители которых исполняют свой профессиональный долг независимо от выходных или праздничных дней. Медработники, сотрудники правоохранительных органов, дорожники, работники сферы энергетики и ЖКХ, военнослужащие, спасатели, а также продавцы, сотрудники почты, работники пунктов выдачи различных заказов и еще множество других людей работали в эти новогодние праздники на благо региона и его жителей. Благодаря их труду наши выходные прошли комфортно и безопасно.